Я долго ваше внимание не займу. Вообще, моя це тут старики, заявлено, что старики. А я хотел просто сказать о стариках красноярских. Я родом из Красноярска. Сибирск. Да ладно, никто не знает. Никто не знает. Ну, меня вообще никто не знает. Вот. А говорят, что типа Красноярск никак не засветился на андеграундной сцене, в отличие там, от Омска, Новосиба, Тюмени, Барнаула, Улан-Удэ, Иркутска. Там, да. Вот Красноярск ничего не дал. Ну, на самом деле, не совсем так. Просто Красноярск, может быть, несколько незаслуженно не был услышан. Я не певец на гитаре, не игрец. Я просто хочу сделать так, чтобы вы обратили внимание на некоторые олдовые группы панковские, которые, тем не менее, в Красноярске очень известны. И их ценят. Вот. Но начну по старшинству. Группа Хухи. Вова Буш, замечательный человек. Сейчас он совсем уже ослеп. Он с Ником Рок-н-Роллом еще в советское время был знаком. Вот. Приезжал в Москву. Очень хотел приехать сам со своей группой. Но уже вот он ничего не видит. Уже ему лет 60. Вот. И его даже депутаты горсовета нашего опекают. Как нашу такую реликвию. Вова Буш, группа Хухи. Песня первая называется «Балет». А вот знай, лучи накрылась, братка, я счастлив.
тебя на разогреве был, в Красноярске. Да. Песня называется «Не брони». Самый, наверное, известный «Паранойя Ангедония». Я попробую сыграть его песню. Песня называется «Молотко». Существовала такой одноразовый проект.
три альбома записала. Все. Да, три альбома записала. И после этого никто даже не вспоминал про эту группу. Это было очень давно, в начале нулевых годов. Группа называется «Лохматая пизда». Вот. И, соответственно, у нее были очень хорошие песни. «Пизда на крыльях ночи». Вот очень хорошая песня. Рекомендую всем, так сказать, погуглить ВКонтакте. Они еще есть. «Лохматая», кстати, пишется через «А». Вот, чтобы не спутали. А я спою песню «Волоса». Так сказать, это тоже очень замечательная песня. Просто люди там сидели, выпивали много дней, и вдруг клинануло, и за два дня записали все альбомы сразу. Смотри, весь мат нужно запикать. Да, запикаем, конечно.